Всероссийский конкурс «Народный участковый» проводится МВД России ежегодно. Акция должна способствовать повышению уровня доверия населения к сотрудникам полиции, престижа службы и формированию позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции. Конкурс «Народный участковый» проходит в три этапа. Голосование проводится в режиме онлайн на сайтах МВД России. В выборе могут принять участие все желающие.